И заходим смотреть. Значит, так, экраны, скрин один, GoLive. Заходим все на стрим. Я вас всех замутал, можете не пиздеть ничего. И Шектор, блядь, если я еще раз услышу, что ты уходишь из-за ГП, вроде в правилах написано все обсуждения ГП после рейда по видео. Если вы думаете, мы будем во время рейда это разбирать, хуй с ним, это сейчас я это делаю последний раз. Значит, всем видно экран? Да. Вот, значит, две записи. Мертвый. Это в обычке. Вот я офнул звук, вот перематываю. Вот. Так, это мы сидим пиздим. Так. Сейчас давай подомотаем. Так вот, вы уже сдохли. Теперь замедляем скорость на... Сейчас тот, кто вайпнул рейд, кто эту ловушку наперед разлил, 300 гп получит. Кто не признался, сейчас узнаю. Так, значит, смотрим, что это, Big Damn, да? Так, Big Damn, вроде там ловушка нормально. Возле лича прям. Вот мы отпрыгиваем. Скорость 0.5, можно все увидеть. Так, тут взрыва пока нету. Смотрим дальше. Давайте разбирать нахуй. Так, вон пишет ловушка. 1/10 секунды появилась ловушка на рарнике. Я отбегаю, прям через нее вон бегу. Вот, теперь смотри. Бах! Все отбежали. Все отбежали. Хукмастер был там. И вон он, Шектор. Он бежит немножко позже. Вон он с чумой. На него еще чума повешалась. Ну, разлил ловушку рарник. Ну, он разлил. Просто слаканул. Шектор, ты слаканул и не отбежал вовремя. Вот и все. Не, он как бы тоже отбежал, получается. Его-то зацепило вот волной остатком этим от взрыва. То есть так, он бы ее не взорвал, если бы хукмастер ее не взорвал. Он же вон видно, где он стоит. Ну да. Ну, лужи смотри, как разлиты. Вот смотрим, смотрим еще раз. Вот. Скорость 0.33, блядь. Вот. Вот сейчас этот ловушка, значит, с чумой одновременно. Вот челики стоят. Вот смотри, сбоку от босса наперед движение, куда нам бежать, стоит рарник. Вот на него кидается черепок. Это уже плюс 5 метров бежать людям. Вон, на Шекторе квадрат стоит. Где он сейчас находится? Хуево видно. Не видно нихуя. Вот на него вешается это самое. Вот сейчас появляется эта хуйня. Ловушка. Хукмастер сразу умирает, потому что он ее активировал. И Шектор вон полетел. Вон он в экране, видите ли, пролетел, блядь. А, типа Хукмастер ее активировал, а Шектор Хукмастер активировал, да. Все, всем понятно. Ну, что тогда, Хукмастера, что ли, получается? Давайте. Ну, ему дали же, стоп. Я на том коде также улетел, блядь. Тоже кто-то активировал, блядь. Я улетел. Короче, ГП всем дали, блядь. ГП, имейте в виду. Вот смотрите, давайте так разберем, блядь. Вот если какой-то челик вылетел, да? Он взорвался в ловушке. Все, кто улетели, они не виноваты. А челик, который вылетел в интернет, он не виноват, да? Давайте вот это разберем. Я скажу вам один раз. Я это потом в правила запишу. У меня так всегда на личе. Кто улетел на ловушке, тому ГП. Вот рарник тебе на сотка. Где? Вот тебе сотка. Давай. Не стой наперед. Давай даже три. И хукмастер еще две тебе сверху. Вот Геншин ушел. Куда ушел? Самостоятельно. Ну, потому что ловушку наперед разлил. Ну Шектор сотку оставлю. Не три, пускай сотка остается. Так, замена плюсуем. Геншин, ты тут? Он ушел из Диса. Может, свет у него такой бывает. Вот он ливнул с рейда. Такое не бывает. Когда свет отключают? Короче, имейте в виду, нахуй. Эту хуйню всю обжалуем по видео. В свободное от РТ время. Время рейда это не надо делать. Вместо убивающих лича гильдии мы превратимся в гильдию, которая нихуя не убивает. Я вас покикаю нахуй всех. И буду искать новых людей. Буду заново с ними в обычки ходить. Будете себе цену набивать, блять. Принимай, не люблю щиты. Геншин где? Напишите ему в Дисе. Чё это за хуйня?
Сколько там залив с рейда? 500? Он онлайн? Нет хоть? А посмотри, может, написал Диси. Не знаю, ничего не видел. А нет, ничего нету. Нет, он не онлайн. Лив с рейда 300. Вот тебе 300. Так, ставлю а, рыбу. А, ну, там это, пока это, разбирались. Это... Рыбу ешь? Все, кто улетают на ловушке, зацепило вас взрывом, или вы ее активировали, получаете ГП, сотку. Это как-то несправедливо. От радиуса взрыва ловушки надо отбежать. Я уже объяснил ситуацию, справедливость. Если у человека вылетел интернет, а ты отбежал на 10 метров, взрыв на 12 метрах задевает от края ловушки. И что ты думаешь, ему до ДГП въебать за то, что интернет вылетел? А тебе не надо. А без него можно было убить лича нахуй. А если ты еще и еще 5 человек таких, как ты, встанут, то уже не убить нахуй. Есть разница? Есть. Вот поэтому ГП. Потому что можно было без одного трая вытащить, а с минус 5 уже не вытащить. Проверка. Ты тут, Шектор? Тебя размутал Диси? Кинь меня на замену. Я не хочу в этой ВХ-канале участвовать. Почему? Это несправедливо. Это, давай завязывай. Ладно, я курить, вы тут разберетесь пока там по справедливости. Лига справедливости, вперед! Давай завязывай с этой хуйней. Ну, типа, мы правда не по справедливости. Есть какие-то правила, которые установлены в гильдии. Почему справедливости? Что за бойкот? Ну... Ты хочешь, чтобы гильдия развалилась из-за тебя? Просто замени меня кем-нибудь, каким-нибудь хилом. Ну как это заменить? Если вы убиваете. Ну, не обязательно тут холи платин, тут масхил нужен. У вас масхила как говна. Вот. Ты понимаешь, что ты портишь рейд сейчас? Ну, ты понимаешь это вообще? Ну, бля, я не ГП. Хочу, ну, вот ради вот этого говна, ну, то есть, ну. Ну, кто говно? Ну, мы все говно. Если как? Бы я разлил, почему? Там, допустим, скажи, разлагал, почему? Скажи, у тебя живот заболел, я срать пошел. Ну, я могу порт, соврать, да. Войт, но я не да зачем? Буду, а зачем? Ну, зачем? Я не хочу участвовать. Зачем это делать? Ну, почему? Не, у меня настроение упало. Почему? Упало, почему? Вот, ну, а почему? А у меня охуенное всегда, думаешь, настроение? Ну, ну вчера хуёво. Вот смотри, сейчас сидят 30 человек здесь и, ну, ждут, когда мы убьем. Ты и подводишь всех, ну не только одного вот, меня, блядь. Ну, ты, хорошо, ты всех подводишь. Представь, что я сорв... ну, сказал тебе. Ну да, почему я... представь? Там, давай. Ну, за сахаром, блядь, надо было в магаз, честно. Ты понимаешь, ну так не пошел, работает. Ну, ты, ну. Ну, у челиков работает, понимаешь. А я тебе в открытую говорю, ну я не хочу участвовать. У кого работает? Ну, мне интересно. Ну, рано или поздно это вскроется все, у кого работает. Ну, я не хочу, чтобы ты был таким, блядь. Ну, я тебе честно сказал, я, ну, мне не хочется. Тебе играть не хочется вообще? Да, мне тупо вот сейчас играть не хочется. Ну, а потом что делать? Не знаю, почилю, отдохну. Скину ГП себе, там, не знаю, видосики посмотрю, фильмцы. Отойду от этой всей темы, пизду. Там. За кого-то лутаться, блядь, пизду. А это как тот раз ссылка 25, мы пошли в обычку, блядь, там все пиздят, негры, блядь, снежки, вся хуйня, блядь. В итоге в рейде чел даже не в рейде сидит, пиздит на уши. Я ну, слушаешь его, блядь, и внедряешься, а при этом вторую фазу проебываешься, а потом лаг ГП, блядь, за это лутаешь. Ради кого на пиздуна? Ты, ну, ты вообще понимаешь смысл, что мы сидим сейчас в игре, играем, и ты, ну, за ГП переживаешь, ну, для тебя ГП важнее, чем живые люди, ну, настоящие. Это, походу, бабки, это бабки стоят, а? Ну, ты... ну, это, знаешь, как тебе сказать, мой смысл убить лича, я его убил, да, сейчас просто у нас движуха идет. Нету да? смысла, да, так, нету смысла. Ну, какой смысл есть, вот, когда, если бы я был виновен в этой хуйне, я бы тебе сказал, хоть 300 ты, был ты, ГП, ты хоть виновен. Косарь ГП. Ты виновен, ты отлетел, ну, ты отлетел.
Ну, потому что рядом стоял. Я уже объяснял. Я объяснял и про радиус взрыва, и про все. Ты, ну, пизду, я буду сейчас в километре стоять, да, и похуй то, что я буду наперед разрывать. Ну и что ты скажешь? Так а нахуя наперед стоять? Ты можешь, ну, если сзади стоять. А нахуя ребята стоят, и все заебись. Так они ГП получили, ты не видел, что ли? Или, ну, что у тебя с глазами? Я. Ну, а я. Короче, ладно, давай упростим это дело. Давай я тебя последний раз прошу. Ты останешься сейчас в рейде хилить? Нет, я не останусь в рейде хилить. Найди замену мне. Прыгаем, короче, с обрыва. Первый пошел. Равис нахпала. Замена, плюсуем. Равис тут? Так он на осколке, Равис. Я захожу, не, мне не принципиально. Похуй на осколке. Надо убить рейд. Я зайду пощили. Давай, заходи. Ты кирсори взял. Короче, ребята, нахуй. Не дай бог, кто еще так себя ощущает, блять, лучше сразу уйдите нахуй отсюда. Вот серьезно, нахуй. У кому хуево играть, не нравится что-то, блять, отвечаю. Я говорю, убили лича, молодцы, нахуй. Сказано ГП, все, во время рейда будете эту хуйню обсуждать. Я говорю еще раз, нахуй. Я наберу 230-х, я их буду в ГМОП водить, нахуй. Не хотите, не надо, блять. Так, хэпал сейчас зайдет. Так, есть у нас эрдру. Так, все. Давай, знаешь что, давай я тролде возьму, слышишь, кирсори. Он хоть блинкуется. Почили еще. С тролде возьму. Пускай подамажит все-таки РДД. Пизда, блядь. И в итоге у нас что, час остается? Так, сумоним. Ставлю рыбу. Можно я тебе плоску с маслом спизжу? Давай. Сюда я редко захожу, не попал в него запас. Так, масла нету, возьми у кого-нибудь масло. Кто не жаль, кто поделится? Сергей, где? О, спасибо, Шелфи. А что, с сапротами бьем? Ностальгия, ты где? Реснись с умнем. Жри рыбу. Да, с сапротами. Бидон готов? Биг Дэм. Так, запускаю пока. Кому там сапрот надо? Тролде? Я дал. Мне дал злобный уже. А, ну все. Сейчас, секунду, обмен кину. Один, пожалуйста. Угу. Спасибо. Смотрите, еще раз объясню. Если человек вылетит с интернетом, и вы отбежите все 24 человека от ловушки, мы можем еще убить лича, убить. Вот. А если 5 человек станут рядом с ловушкой с активацией взрыва, этот человек, он вылетел, ему уже похуй. Вы отлетите, и мы будем, ну, попытку пройдем, мы вайпнемся, пройдем время. Чтобы этого не было, отбегайте, ну, наверняка, заранее, дальше. Дальше и возвращайтесь. Да. Если что, вернуться можно всегда там, между ловушками 15 секунд или 20 есть. Вот, встаньте сейчас нормально, вы сейчас наперед разойдете опять. Так, пробегаем. Че, масло ружка, 2 секунды. Смотрим. Пробегаем. Бегдем. Угу.
блядь, заебал нахуй пятиться. Ловушка, секунду. Пробегаем. Ловушка с чумой 2 секунды одновременно. Пробегаем. Чума бидон. Водикон, чума. Без демона, по-моему. Пробегаем. Ловушка, секунду, чума 2. Чума мифик. Пробегаем. Он там стоит, ловушки вон, видите? Кастуют. Блять, далеко ты прошел, пиздец. Ловушка, секунду. Пробегаем. Чума с ловушкой 3 секунды. Смотрим. Пробегаем. Чума на мифике. Блять, а чего это здесь? Ловушка, секунда. Пробегаем. Чаркари, забери, смотри, чтобы мобы не исчезли с чумой. Ловушка, секунда, чума 3. Пробегаем. Тролл Д, чума. Диспелить нельзя его, что ли, было? Все, переходка. Вилаша, чума. Ну, блять, вынеси, хукмастер. Ну, не диспельте ПКД, вынести ее надо. Бонстиллер. Вилаша. Давакин. Две чумы в рейде, нахуй. Вынести ее можете? Шалфир. Кончилась чума, нет? А я бежал. Ресать будет ностальгия. Когда забежим на край, пройдет заражение. Тролл Д будешь ресать. Че это за хуйня? Ого. Мифика будет ресать злобные. Залейте иннер по не люблю щиты. Сейчас забирай, набирай, бро. Сферу разбить. После заражения, смотри. Подхильте мифика. Ну ебаный в рот. Чуть не сдох нахуй. За спину. Дамажим. Поманит, ну смотрите, не проебитесь. Все три вальки овешим. Вы что, в спине лича так стоите нормально или что? Арник, ты в каком? Я трусы. Ну трусы, так, блять. Бейте. Две вот эти передние бьем, трусы отпустите. Ну, ромбик устан. Скринения вышли. Трусы отошли, лича бьем. Так, давай на эту сторону. Вальки одновременно с... А, Давакин еще сдох. Синтек ресы Давакина. Вставай. Фулл баф по нему. Скринение выходим. Бьем валик. Это вот, который первый летит, больше бейте. Стан вальком. Ну, сильнее бейте, еще стан. По треугольнику. Оскорнение. Оскорнение 5. Так, оскорнение разливаем и уходим на ту сторону.
Пиздец. Ладно. Кличу, бегите здесь. Блять, не знаю, успеет исчезнуть лужа, нет? Успеет. Ай, блять. Хули успеет, она уже вон на краю нахуй людей похватала. Ромбик не бить, треугольник бьем. В ромбике тролл Д, да? Треугольник все бьем. Рожок вылетит. Это пизду, блять. Падаем, прыгаем. Падаем. Прыгайте вниз. У нас срез есть? Или бежать? Ну давай мы срез. Встаем. Ставлю рыбу. Я от волны умер, потому что там тайминг такой был, что мы были за колонной, и я не мог бы обижать ее с чумой никак. Да. И дисплей до момента, как я умер. Это кто говорит вообще? Это тролл говорил сейчас. Кто-кто еще? Там реально, там некрасиво было. Тролл? Да. Никак он не смог бы вынести нормально. Просто за столбом оказались, и оббежать не вариант был. В следующий раз просто в пустоту выноси и пускай диспелит. Диспелит обязательно человека. Рарник, не проводи мобов так, чтобы люди не могли видеть людей, которым надо выбегать с чумой диспелит. Смотри тоже, чтобы людям было удобно выбегать. Чего, Рарник? Там и Ваша. Ну, Вилаша. Запускаю. Курицу. Ой, привет. Да будет так. Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Ностальгия резче. Подходи к нам. Пробегаем. Пробегаем. Секунду. Пробегаем. Чума с ловушкой одновременно. Пробегаем. Водикон чума. Вот сейчас да, еще мы... еще перед столбом одну дай чуму вынести. На призоне чума, какого хуя? Ловушка секунда. Не веди сейчас за столб. Пробегаем. Не веди сейчас там, стой. Вот. Одну сейчас чуму вынесу, сейчас ловушка с чумой будет одновременно. 3 секунды. Ловушка пробегаем. Чума мифик. Без ПВО. То теперь уже, теперь уже за столб.
Ловушка 3 секунды. Пробегаем. Ебаный долбоёб, блядь. Кто его так сделал, блядь? 3 секунды и чума, и ловушка. Смотрим внимательно. Пробегаем. Чума некромантика. Ловушка секунда. Пробегаем. Вилашу захильте. Так, ловушка с чумой секунда. Пробегаем. Синтеп чума. Диспово. Все, сейчас 8 десятых. 5 десятых. 5 секунд ловушки. Все, сейчас побежал лич. Лич убежал. Все, да. Это, диспольте с него. Чуму только вред не принеси. Да уешьте эту хуйню, она не убьет никого. Все, диспольте я вилашу. Все, поехали. Играем. Забираем, набираем. Сферу. Сферу разбить. Духа добиваем. Лича по максимуму и башим. Фул ДПС по валькам. Так. Кружок можно не бить. Да уешьте все уже нахуй, они так рядом летят, нормально разбиваются, вон уже, блядь, пол хп нету. Осквернение выходим. Осквернение. Осквернение под вальком не разлить. Все, добили. Лича идем бить. Ромбик добейте, но освободите. Значит, вальки одновременно с осквернением смотрим внимательно. Сначала увидеть, где осквернение. Где тролл Д? А, он на краю стоит. Смотрим осквернение. Милики вышли. Так, осквернение. Все, и валик бьем. Кто в печеньке? Хил, хелло. Мы разобьем. Две эти милики бьем. А там кто? В этой. Ромбик, миль. Вернулся там кто-то, да? Да-да. Митик вернулся, да. А, хорошо. Добиваем быстрее ромбика и дамажим лича больше. Мажем лича. Сейчас сначала осквернение. И потом пойдем на ту сторону пойдем. Немножко тут утрона оставляем, потом в центр пойдем к личу. 3 секунды осквернения, смотрим внимательно. Захилим рейд на фул. Секунду осквернения. И в центр, быстро в центр. Ты что, блядь? Дурачок нахуй. Дамажить-то кто будет, блядь? Нахуй ты спрыгиваешь. Я в натуре, ну блядь. Тихо, все тихо. Значит, Вадикон резай его. Дамажим эту хуйню. Ну, Песа, захильте Песа. Тучку нажми. Я не знаю, в другую сторону летит, наверное. Добили треугольник. Оскорнее 2 секунды, вышли. Так, дело уже не вижу. Около тро. Так, ага, идем к личу, сейчас будут вальки. Блять, давайте играем. Мифика забафайте, блять, фулбаф, всю хуйню. И крик на хп. Крик на хп дайте. Так, вальки хватают. Фул ДПС по ним. Оскорнение 3 секунды. Фул ДПС летят хорошо. Все три надо разбить. Вышли оскорнения. Трусы можете бить, трусы не бейте. Бейте другие. Вышли оскорнения.
Бейте две других быстрее, быстрее две других этих бьем. Ромбик, печенька. Стан им. Вот ромбику стан. Трусы вернутся. Быстрее ромбик все сыграли. Ну сука, ну быстрее. Вот. Бьем. Еще волну, наверное, надо бить. Так, пошли в центр. Что там сейчас первое? Осквернение. Готовимся. Осквернение. С вальками одновременно. Это пятая волна. На полукруг встаем. Секунда осквернения и вальки. Осквернение и бежим к ключу быстрее. Вот, ключу быстрее вальки хватать сейчас будут. Так, дал незыбку. Всех валик разбиваем. Кто там вернется? Маги вернутся. Вот эти две бьем. Тот вернется. Вот эти две быстрее бьем. Кружку стан. Замедление. Ну, дамажим. Милики, давайте, блядь, дамажим. Песа. Синтек ресай Песа. Смотри, под заражение не встань. Или под заражение только не встань. Вот теперь вставай. Захиливаем. Осквернение выбегаем. Разошлись осквернения. Где там, не вижу. Все, теперь идем к лечу. Так, вот примерно отсюда полетим. Блять, ностальгия ресового дикона. После заражения встанешь. Ресового дикона. Вставай быстрее. Так, фулл баф по нему. Это бьем одновременно и переводить будем. Там один вернется, две только бьем. Осквернение. Секунда, вышли. Кружок бьем пока, РДД. Смотрим, где осквернение. Все, идем к Вальке. Вальку бьем. Все, и 2% на лече. Давайте, дамажим. Захилим. Сейчас заражение, главное, захильте. Иннер не люблю щиты. Сейчас на переходке. Лич уходит. Дайте массейв. У них зыбка есть. А. Масса кру на лед. Ставьте тотем, гинноману. Так, все нормально. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Давайте. Так. Все, сейчас ману главное под регенте себе на фул под комнату. Все друиды сдать и нора. Так. СС кому раздать? Ну дай. Злобный у тебя БР есть, если что. По злобному дай второй лок. Так, сейчас звездочку на себя поставлю. Давайте, не сорвите савилаши. А, нормально. Так. Блять, не того забрал. Сука, ебать. Забери. Ага. Пизда. Шары бейте. Не допустите шары, сейчас еще переходка будет. Этого танчи, тогда я четвертого забираю. Потом уже заберешь, когда комната будет. Сейчас спускаю. Шары убили. Шары, два шара. Быстро зерганули их. Быстро. Подъебало не бежать. Так. Внимание, комната. Хайло хильте. Хорошенько. Комната. Звездочку ищем. Быстрее идем на портал. За звездой быстрее идем. Идем. Захилю. Хил. Захилю. На фул рейд быстрее поднимаем. Духи перед нами. В рейд не должны долететь духи. Идем за звездочкой. Варахелис, если что, массакру оставь на тот случай, если вдруг бомбы будут спереди. Вот тут в углу стоим, сейчас ждем бомбы спереди. Хлопнут еще сбоку бомба. Сейчас она хлопнет. Пробегаем за звездой далеко. Далеко пробегаем. Сюда за угол. Быстрее. Не отставайте, хвостом никогда не бегайте. Бегайте ровно в метке. 2 секунды выход, будет осквернение. Стоим здесь. Все, секунды, осквернение. Духа заберешь. Забрал. Осквернение. Лича бьем и духа одновременно. Сейчас дыхнет и подведешь к лечу. Фул ДПС. Геру, давайте сейчас. Фул ДПС. Незыбку на жнец дал. Все, лича больше дамажим. Кому истерию таксист ждал, короче. Немножко пристыдайте. Ну, у кого он есть? Не надо, собака. У меня собака. Оскорнение 2 секунды, разбежались. Не сдохните в оскорнении. Сейчас. Только не прыгайте вниз. Черепок прям в лече стоит, нахуй. За лечом уходим, за лечом на край. Дамажим. Все, дамажим. Все, сейчас будут духи и будет комната. Так, жнец. Так, прожался. Все, сейчас будет комната. Немножко отойдем на 5 метров. Дамажим. Комната, готовимся. До берсы еще 5 минут.
Так, на портал идем, звездочку ищем. На портал идем, на портал идем. Идем, идем. Заворачиваем. Пошли за звездой. Спереди бомба. Стоим, ждем, сейчас хлопнет. Сейчас хлопнет. Везде назад стоим. Везде стоим. Хлопнуло, проходим, проходим. По стенке идем, по стенке. Все, идем потихоньку. Рейд на фул, держим щиты. Все, сейчас спереди бомба хлопает. Потихоньку идем. Все, проходим. Проходим. Быстрее, быстрее, синтек. Это духи, 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 не должны долететь. Секунда, выход. Осквернение, разбегаемся. Осквернение, разбегаемся. Осквернение, быстро, 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 раньше набрали. Труна, давай. От духов уходим. На противоположную сразу от духа. Вот где лужа, там духи спускаются. Быстрее залечем, уже уходим. Так, отдал панцирь на незыбку. На этот. Духи летят в рейд, духи летят в рейд. Вилашу хильте, вилашу хильте. По два не взрывай, по три. По одному потихоньку взрывай. По четыре, по пять не взрывай. Все, и все, это то же самое будет повторяться по КД. Вот сейчас духи и осквернение 5 секунд. Духи и уже на ту сторону двигаемся. Все как в обычке, то же самое. Заражения нету. Уходим. Осквернение. Вышли с черепка. Залечем, идем. Залечем, идем, залечем. Все. Сейчас будет комната. Так, жнец прохиливаем. Спрячемся. Духи могут долететь. Пару духов долетит и будет комната. Сейчас 5 секунд комната. Так. Все, комната. То же самое, звездочку ищем. Так, прогружаемся. Идем на портал. Идем на портал. Звездочку ищем. Все, прогрузились. Идем быстрее на портал. И заворачиваем налево. За звездочкой заворачиваем. По стеночке идем. Так, если что, массакра есть. Дубовые, там все готовьте. Если вдруг точно будет понятно, что бомба по нам ударит, то все сейвы и это, хилки мгновенные. Все готовьте. Вот эту. Тучки, там всю хуйню. Главное, чтобы никто не знал. Спереди бомба, пока что здесь стоим. Сейчас еще одна взорвется. Звездочки встаньте ровно. Сейчас спереди взорвется. Вот, взорвалась, пробегаем. Вот сюда в угол. Выход 5 секунд. Еще по стеночке 5 метров пробегаем. Все, стоим, в ту не забегаем, все здесь стоим. Секунда выход. Осквернения разбежались. Так, духи в воздухе летают, не знаю. Танком, будь там. Опа, убило. Убило этот. У кого там БР есть? У злобного. У злобного только, да? Так, ну стоим здесь, сейчас он духов вызовет. Так, ресей. Ресей хурюка. Сейчас духи и осквернение будут. Так, хурюка, ресей, фулбаф по нему. Осквернение, секунда, разбежались. Осквернение разбежались. Все, вышли оттуда, вышли. Не бегите в лужу, сука. Духов ждем. Сейчас духов концовать. Сейчас он будет кастовать. Все, еще комната одна. Сейчас, Манкоин, поставьте потом свою гимн. Поставлю. Хелло поставил. Так, Берсон дал на этот на жнец. Все, духи, уходим и будет комната. А, вот комната сразу. Когда выйдем, духи у трона, если что. Выходим, к порталу идем, к которому ключа заходим. Все, звездочку ищем. На фул захиливаем рейд. Звездочку ищем, в портал идем. Хил. Захильте быстрее, в комнате нельзя падать. Бежим быстрее. Бежим, звезда. Звезду, сука, ищем. Духа. По стенке бежим. Бомба справа, слева, она нас не заденет. Ну, задела, ну. Вот дух какой-то, блядь, увидели. Текстура. Ну, нормально. По стенке пробегаем, он не заденет, не достанет. Пробегаем. И далеко пробегаем эту хуйню. Пробегаем за звездой, ровно. Не успеет хлопнуть. Вот, быстрее. Вот, молодцы. Все, 7 секунд до выхода. За угол заходим, 2 секунды постоим. И проходим 5 метров. Вот спереди бомба хлопнула. Все, секунда, выход. Осквернение сейчас, смотрите. Осквернение, отходим. Осквернение, вот, отходим от него, отходим. К порталу. И идем к порталу. Залечем. И 4% просто добиваем. Прячемся за спину луча. Летят духи. Хлопаем, незыбку отдаем, всю хуйню. Дайте бросу, хурику. Так. 3% просто добиваем. Осквернение будет. Бьем. Осквернение 10 секунд еще. 1%. Осквернение, разбегитесь, право-лево. ДРДД добьют, там уже 1% добивайтесь. Так, осквернение, все. 0.4%, все, добивайтесь. Все, молодцы. Фух, и пиздец. Мужика. Зашибись.
Вот честно вам скажу, ребята, вот немножко отвлечемся от темы. Молодцы, играют все хорошо. Вот не знаю, меня. Я не знаю, блядь, ребята, ну если перегораете, ну как-то я не знаю, ну уйдите в инактив как-то. Вот QXS мне написал в DC. Я там в инактив ухожу. Не, ну реальная причина, нереальная. Лучше, чтобы я никогда об этом не знал, блядь. Ну так, людей подводить, блядь. Ну мне тоже неохота, понимаете, здесь сидеть. Я это тоже, эту говно все бывал 1000 раз, блядь. Мне это нахуй не надо. Ну типа, я сижу тут, мне просто интересно, чтобы, ну, вам было интересно, чтобы, ну, сыграть как-то. И вот честно, я вот шел, я сегодня на работе был, блядь. И я думал, кому же дать коня свеча. Я еще думал, может быть, какое-то условие придумать. Типа, если за 2 часа убиваем, там, на ролл кинуть, там, или как-то, блядь. Ну... Это тоже не такой маунт, который, ну, мы не статик, ну, тут люди меняются постоянно. То есть, если были бы 25 людей одних и тех же, можно было бы на ролл кидать смело там, ну, не знаю. Ну, я думаю, пока что консолам будут раздаваться, вот, но там посмотрим. Убиваем, в принципе, нормально за 2 дня. Вот, на следующее КД я поставил РТ четверг-пятница ЦЛК Гера. Вот, в приоритете будет пятничный день, когда Синдру Лича добиваем, ну, Лича там будет РС-ки трая. Вот, и остальные дни уже обычки идут. Обычки надо 2 также поддерживать рейда. И вот, честно говоря, блядь, я думал, кому коня дать с Лича. Я думал про Шектора, дать ему коня, так как он хилит постоянно. Но сегодня из-за 100 ГП, блядь, он... Хорошо. Да, он, между прочим, сколько я у вас в гильдии присутствую, он постоянно разводил из-за 100 ГП. Разговоры свои. Короче, смотрите, что вам важнее, ребята. Ну вот это ГП или нормальный коллектив, который... Ну, ты, ну... просто открой Шектора и посмотри на его ЕП. Он ни одного рейда не пропускает, приходит всегда вовремя. Не, это да, это да. Ему обидно то, что он просто не за хуй собачий получает там 100 ГП. Не, ну не за хуй собачий, а за косяк. Ну это уже объяснили, блять. Слаг есть слаг. Слаг есть слаг. Просто если у него времени помойка, как бы, то пожалуйста. Хорошо. Если у меня времени будет помойка, также буду помогать. Саня, нет, так нет. Он же всегда, когда давал 100 ГП, всегда вот начиналось подобное. Да, всегда. Да. Каждый раз, когда он давал ГП, начиналось... Ладно, это... ладно, я к чему? Это, ладно, все хорошо, ты не будем это про Шектора. Просто это самое. Вот если человек захочет играть, то, ну, пожалуйста, ну, блядь. Если типа так всегда, если типа такое в порядке вещей, там, вместо того, чтобы убивать босса, вот согласитесь, мы здесь сидим, не в одну пользовательскую же, сука, игру играем, мы сидим, потому, блядь, нас 25 человек тут. Вы подумайте, у каждого семья, работа. Если так каждый трай разбирать, ну, каждый 100 ГП, блядь, видео смотреть, нахуй, ну, это невозможно, блядь, все это, блядь, усечь, нахуй. И что у нас рейд? У нас превратится рейд, блядь, это ЦЛК, оно закрывается, вот, ну, 3,5 часа на фул, просто без вайпов. Вот это гера, блядь. И что тогда будет? Ну, можно так, а мы 2 дня тут тратим. Вот, и из-за этого... Это из-за этого правило и сделано, что, ну, не обсуждается ГП. Ну, если тебе нужен шмот, не, ну, я понимаю, все, я не спорю, обидно. Да я и себе ГП давал, вон, и себе кто-то дал, там, вой, там, виноват. Типа, я вас послушал, блядь, все дал, там, ГП на ДК, блядь, и его не отменял, блядь. И этот самый... И на друида тоже я, блядь, от гейзера не бежал, дал ГП, блядь. И добили, и ничего, блядь. Ну, я никого не жаловался, блядь. Вот, о, ну, как блядь, то, что, то, что да, прописали. Да, красиво. Красивый лут, красивый. Покоритель еще. Вообще, да. Блин, бомба. Сейчас, о, я посмотрю Рахил, на рейд. Не зря зашел. Так. С моим приором, да не сучи. А что их тут отдать Шалфиру и Пэса? А, еще Шаман. Ну, это же надо посмотреть. Так, я сейчас пару людей спрошу, сразу скажите. Значит, Рарник, хочешь коня? Конечно. Или ГП сними, ГП, я коня отдам. ГП не сниму. Так, вот я конь, ну так как долго ты в гильдии. Кто-то еще там с Рарником, вот одни из первых, кто вступал. Вот я конь, второй. Хотел Шектору дать. Вот, учи сейчас. Так. Поздравляю. ГЦ. Только не имей привычку на заменах в геру сидеть. Замену ты с шемом идешь дамажить. Замена его на Вилане. На первых боссов-то можно? Ну, шай, не знаю. Так, Терина, значит, первый по приору у нас Хэла. Спасибо. Так, а что на 600, да, стоит? Зачем? Все, прям в ноль, но не, нету. Так, второй Теренас ПС, поздравляю.
Так, покоритель. Так, Вадикон. Там есть осколок или нет? Скажи мне, пожалуйста. Нету, нет. Фух, заебись. Так, сейчас я дам... Чё я там, блядь, за лича писал? Сейчас я открою, я забыл уже, блядь. Сейчас этот стрим ебаный закрою. Где там? Так, чё у нас время? Ну, блядь, я не знаю, стоит в РС-ку идти и трэш почистить, как думаете? Пойдем? Не знаю. Пойдём. Может, чилимся? Почилить? Ну ладно, сейчас, только не ливайте. Давайте по приколу Джайну запустим. Посмотреть. Ну давай, давай по приколу запустим. Щупаем ее просто. Блин, а можно присоединить? А можно не чилить будет? Так, лич, лич. У нас Грул убитый в ХМ-ке же. Грул, 20 минут. Нет, Грул это сейчас долго собирать. Этот самый, сейчас подождите, блин, не наяривайте. Этот, сука, что-то я хотел пиздануть. На замену. Плюсуем, кто там был. Вот. Сейчас я и подам. Так, надо еще РТ в календарь в игре проставить. Это, и насчет вот этой всей залупы, там, неприязни, вот этой всей хуйни, я вас всех могу обхуесосить тоже, блядь, за, ну, за косяки. Вот, ой, ну, у нас задача не зайти в игру, а выяснять там отношения. Ну, вы, во-первых, друг с другом не общались как следует, ну, не знаете друг друга, вы хотя бы спросите, кто там кем работает, как, ну, как жизнь вообще у вас, блядь. И так друг друга хуесосите. Вы пообщайтесь подольше с людьми, а вот так вот хуесосить людей, ну, которых вы не знаете даже, что это за люди, блядь, это хуйня полная. Меня вот это вот, ну, если это будет продолжаться, блядь, какие-то там писульки в чат, или это будет рейду мешать, я покикаю тоже, блядь, нахуй, будете чилить, блядь. ПС там это или ностальгия, или кто-то другой, блядь. Выходите в рейд, мутаете друг друга, если вас человек не устраивает, голос, интонация там, и идете дамажите, делайте свою роль. Это делается для тех 25 людей в рейде, которые, ну, хотят просто поиграть. То есть, ну, мы должны как-то солидарно к ним относиться. А вот эти личные между собой, можете в ПМ потом пойти, обхуесосить, облизать друг друга, всю хуйню сделать, что хотите. Вот, чтобы я этого не видел, чтобы я даже не знал об этом. Вот, 1500. Это сделай доброе дело. А ты, получается, дело. Знаешь размуть об этом? Размучь тех, кого замутил. Там это... Сейджу. Сейчас. Ностальгия, злобные. Пожалуйста, норовись, или так перекинь. Не, на самом-то деле, вот, так скажем, ну, блядь, вот то, что я вчера говорил, помнишь, статик, гильдия, туда-сюда, вот человек проявил себя. Размуть, вот. А вот. Все, да, сейчас это, смотрите, сейчас я портуюсь. Стой, давай Джайну. Запустим, да? Рарник где-то? Да, давайте. Рарник, Асум. Давай, похуй. Так, кто там в танках у нас? Вилаш, Рарник, спекнись в танк. А есть примерное, что делать. Сейчас, блядь, походу, делаю. Я был здесь ровно 0 раз. Рарник, спекнись. Так, одевай шмот. Сейчас... Сейчас вот тебе стрим. Ну, первая фаза, на первой фазе, имейте в виду, там надо это внимательно увидеть, когда она будет чердейский шторм кастовать. Ничего не делайте, не бейте, просто стойте. Стойте сейчас на РНЖ на полукруге, вот примерно вот здесь, где портал, вот в этой части. Вот, значит, смотрите. Короче, Вилаша, будешь эту дуру танчить, сейчас выбери в цель эту, как она называется, Джайну, где она там, вот она. Вот на нее звезду поставил. Вот будешь ее танчить вот здесь, она будет здесь везде стоять, и будешь ее тут танчить, ну, спиной туда на трон. Вот стань тут, будешь танчить частицу на Вилашу, вот, и ну, там может шотнуть. Смотри, там она чердейские стрелы будет когда сдавать, там прожимая эту хуйню. Почему оф? Это мейн. Не на хилай, на элема, это мейн. Теренас, мейн спек. Так, готов, сейчас она телепортнет. Так, сейчас она телепортнется в центр и начнет пиздиться. Вот. Значит, смысл боя в чем? Значит, Рарник, вот сейчас схилим и Вилашу, смотрим какой. Вот 4 портала появилось, да, все видят. Вот, она неуязвима под этими лучами, нужно их взрывать. Взрываются как они? Она вызывает, вот сейчас она кастует в Вилашу, все его хилят. Ничего не делайте, это, и на рейдже стойте. Вот смотрим на Джайну. Вот чердейский шторм, смотрите, вот пишет 40 секунд. Ну не знаю, наебет. Рарник, собирай маленьких мобов. Все этих мобов маленьких бьют и заливают. Вот мы собираем. Собирайте. Это. Собирай. Появится, когда большой голем, его надо водить по трупам этих маленьких сгустков. Рарник, собирай, ну вот эти вот
второго, третьего. Не в разных местах ранник, таунтиев. Так, что там до шторма чердейского? 15 секунд. Готовьтесь рейндж набрать. И Вилаша готовь незыбку дать на шторм чердейский. Сейчас он призовет. А, вот, вот сокрушитель. Вот этого сокрушителя водит третий танк, вот на нем копятся стаки. Да и. Вот шторм, наберите рейндж, давай незыбку. Вот. Вот этот шторм, видите, какой дамаг, да? Это когда вы вместе стоите, у вас, ну, такой дамаг. А когда вы по отдельности стоите, там поменьше дамаг. Ну вот, грубо говоря, вот этот шторм переживаешь. Там саппорты надо, ну, хилить охуенно. Не знаю, очень близко друг к другу просто стояли вот эти вот, то сдохли сразу. Давай, допустим, один портал закроем. Сколько там? 15 на нем накопить надо, я же не помню, блядь. По-моему, поменяли что-то. Не, не, делали меньше, делали. Где там еще трупы есть? По-моему, 15, блядь, как-то делали. Вот. Ой, короче, сюда топ ХПС нужен, блядь. Ну, топ ХПС, да, да. Ну, тут какая-то хуй, фигня, я почему-то не вижу, хотя вот и стоит передо мной. Сюда топчики вообще по хилу нужны. Да, конечно, топчики. Да не, не то, что топчики, тут, блядь. Ну вот, чтобы закрыть, нужен один баланир. Блядь, сука, ебаный в рот, блядь. Ебаный провод, блядь, заебал. Короче, тут нужны это, хоттеры, нужны эрдрушники. Ну, они прям это... Не знаю, ДЦшники те же, вот, ну... Мощные такие хилы. Да и дамага, и дохуя всего надо тут. Ну, мне знакомый говорил, что вот этот... Который за Сибирь. Там, говорит, хилы потеют по, вообще по черному. Там, конечно, пиздец по хилам, нахуй. Так что тут, блядь, тут надо гир какой-то мощный еще. Ну, у нас гир еще не тот, чтобы его бить. Ладно, все, это самое, портуюсь. Ну, сейчас я пока расписание буду ставить в этот, в календарь. Ну, какое-то пару минут есть, там какие-то вопросы задавайте, если что. А можешь, пожалуйста,